Ой-ой-ой, пол хп ему сбивается в голову, зажимаю по кеймам. Сколько урона! Сюда! Маленькую ракетку выцепил. А перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень сильно поможет в развитии моего канала. И также не забывай приходить на стримы, которые проходят практически каждый день. Буду тебя ждать. Здесь не будет, я думаю, всяких гендерных, вот, непонятно какого пола персонажа и все такое. Адам Варлок, да, это из Стражей Галактики. Балдежный чел, вроде бы. Или мужички, или. Или Грут, не возмущайся. Слушай, у него и урон хороший, так. Ой, блин, там Грут с этим, с ракетой на башке. Жесть просто, вы видите урон? Ну, убирайте стенку, алло. Ставлю вам хилыч. Мне вот это, кстати, больше нравится, чем пейлоуд толкать. Захват точки как-то интереснее выглядит. Лароведы, наверное, по этой игре с ума сойдут. Что? Что-то здесь не по канону будет. Ой, под ульту попали. Магнеты чультанул. Ой, я убил его. Типа я ему в голову разрядился. Мужики, не надо, не надо. Так, ну я могу... В принципе, могу резнуться. Но я, наверное, не буду. Не, резаться сейчас не буду. Я бы мог команду там резать, но там неудобно было. Целестиал есть в списке героев? Ну, если Квилла можно назвать, то да. Или он наполовину? О, нет! Зря ультанул, да, я думал, сейчас они помрут все. Ой-ой-ой, пол хп ему сбивается в голову, зажимаю по кеймам. И я его убиваю? Жесть. Да, это, кстати, лютая отмазка у Marvel. Все происходит в альтернативной вселенной. Поэтому извиняйте. Жесть. Не знаю, он как хил супер дисбалансный тоже, мне кажется. Если брать какой-нибудь Локи, Локи в разы хуже хил. Посмотри. Сколько урона. Мужики меня душат. Убил Грута. Жестко. Хорошо. Первый этап пройден. Попробуй Пенни. Я пробовал, я уже всех вроде попробовал. Пенни Паркер прикольная, но как будто бы для танка так себе, нет? Типа это не point танк, она именно дамажный танк. То есть ее второй в команду брать нужно, если у тебя есть какой-нибудь груд. Не знаю, много ли я нахилил, пока непонятно. Five, four, three, two,
Ну, оф танк, да, да, да. Да, Веном. Просто гига-имба. Он не оф танк, не поинт танк, он все сразу. Не шарик отсюда. Сюда маленькую ракетку выцепил. А вот сюда можно запрыгнуть? Блин, у кого еще? Дайте мне эту штучку. Это груд раскидывает? Не, это щит. Хилю, мужики, хилю как могу. А как он так говорит? Я тоже так хочу. Блин, дайте еще раз эту штучку. Почему туда запрыгнуть? Капец, они летуны. Ну вот и вы хотите сказать, что это похоже на Overwatch? Мужики! Я резаюсь. Пока все живы, я могу резнуться. Здорово, здорово, Нэпэй. Или всех. Йон. Ой, на голову мне упало что-то. Ну, легчайшая еще одна победа. GGVP. Очень сильный он хил, конечно. Вообще нереальный. А ну-ка, анимашку. Хорошо. Хочу MVP его посмотреть. Что он такого мог сделать? Все замесил по кэмам. Раз убил. Но он ее убил в ульте, поэтому ему дали, да? Поэтому ему дали, да? А, ну нет, вот он утонул. И умер. И я его резнул еще. Еще кого-то убьет? Нет. Слушайте, ну странный MVP, конечно. Очень странный MVP. Ну и на этом, собственно, все. Не забывай ставить лайк, если видео тебе понравилось. Подписывайся на канал. Также не забывай про мои соцсети в описании, группу ВКонтакте, Телеграм и мой Бусти. Увидимся уже в следующем видео. Всем ББ.